Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. С вами Аня. И у нас очередная распаковочка посылок с сайта Wildberries и Ozon. Если вы первый раз заглянули, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередную распаковочку. Заказываю много товаров, всегда разнообразные, интересные. Поэтому уверена, вам понравится. Все ссылки из видео будут в описании под видео, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале. Все цены я буду указывать в углу экрана по многочисленным просьбам зрителей. Так что смотрите внимательно, будут цены все там. И указываю цены на момент заказа. Ну а я в свою очередь попрошу вас поддержать меня, поддержать мое видео лайком и написать комментарий под видео, так как это помогает продвигать видео. А для меня это самая главная награда и поддержка от вас. Поэтому пишите, ставьте лайк, мне будет очень-очень приятно. Ну что, не будем затягивать, поехали! По традиции свое видео начинаю с любимого бренда Bio Today. Всегда обувь приходит в хорошей картонной коробке, она была запечатана в слюду. Когда открываем, каждый лежит в своем индивидуальном бархатном мешке. Здесь наименование бренда. И вот такие классные кроссовки себе заказала. Указано у продавца, это цвет золотой. Но здесь такой цвет золотой, бежевый, серый сочетание. Смотрится красиво. На свою стопу 24,5 сантиметров я взяла размер 39. Я всегда беру размер 39. Мне всегда по размеру подходит отлично. Смотря на свою массивную подошву, они не тяжелые. На ноге сидят комфортно и удобно. В этих кроссовках идет сочетание текстиля и натуральной кожи. Они на шнуровке. Стелька здесь также выполнена из натуральной свиной кожи, а подошва из полиуретана и резины. Они, кстати, не скользкие. В петлях для шнурков и сзади на кроссовках имеются светоотражающие вставки. Качество отличное. Нету ни клея, нету никаких дефектов, запаха, ниток торчащих. Качество отличное. Их обуть, их не хочется снимать. Настолько неудобные, комфортные и мягкие. На выбор данной кроссовки идут в трех цветах: черный, золотой и серый. Большой размерный ряд, начиная от 36 по 42 размер. Отличные, хорошие кроссовки из натуральной кожи. Я ими осталась довольна. Следующая моя покупка — это куртка. Приходит, как видите, в таком вот мешке с ручкой, с замком. То есть этот пакет, мешок, и сумку можно использовать для хранения чего-либо. И вот такая вот курточка, она приходит с бирками. Взяла в 48 размер, на мои параметры села куртка отлично. Очень осталась ей довольна и как села, и качеством. Данная куртка — это демисезонная, она идет на погоду от плюс 8 до минус 5. Имеется капюшон, капюшон нормального размера, и он имеет здесь завязки по бокам, можно подзатянуть, чтобы ветер не задувал. Застегивается куртка по всей длине на молнию. Молния работает отлично, ничего не заедает. На мой рост 68 сантиметров, рукава хорошей длины и сама длина куртки тоже отличная. За счет того, что здесь пуховой подклад, она отлично подойдет и на холодную осень. И также будет защищать от холодных ветров, не будет ничего задувать. По бокам имеются карманы. Застегивается на молнию. И эти карманы имеют светоотражающие элементы. Внутри подклад тоже в черном цвете. Также внутри есть карман, он достаточно большой. Отличная демисезонная курточка на осень, весну. Подойдет она и подросткам, и девчонкам, и женщинам постарше. Размерный ряд здесь достаточно большой. Цена, кстати, на данную курточку невысокая, так что можно присмотреться. У кого есть девчонки, подростки, отличные варианты. Она достаточно, пока я примеряла, да, снимала, она достаточно такая теплая. На выбор она идет в двух вариантах по ссылочке. Есть вот как у меня вариант и немного другой дизайн. И огромный размерный ряд. Есть даже размеры плюс сайз. Размеры от 40 по 56. Так что, если вам тяжело было найти недорогой вариант куртки, присмотритесь. Так, следующая покупка — детский товар, приходит в пакете. И вот такая вот классная детская рубашка в клетку. Это такой вариант унисекс, он и девчонкам подходит, и мальчишкам. Приходит рубашка с бирками, производство Киргизия, состав 100% хлопок. Она действительно из натуральной ткани чувствуется выполнена. Ее можно носить как отдельный элемент гардероба в плане, да, застегнув на все пуговки, да, а также можно ее носить на поверхность
поверх какой-нибудь футболки. Тоже смотрится интересно. Цена на нее, на данную рубашку, очень-очень низкая. Здесь на груди имеется карман. Сама рубашка, она удлиненная. Здесь такой пошив, что ее можно носить на выпуск. Крой свободный. Подойдет данная рубашка и худеньким деткам, и полненьким. Манжеты на пуговицы. Сама она застегивается также по всей длине на пуговицы в черном цвете. Ткань мягкая, приятная к телу. Как я и сказала, 100% хлопок натуральный. Пошив хороший. Все ровно и аккуратно. Посылки на выбор 3 цвета. Как у меня красный, также черный вариант и вариант бежево-зеленый, тоже необычный цвет. И также большой размерный ряд на данную рубашку. Там от роста 98 до 154, что ли. В общем, заходите, смотрите. Цена на нее очень низкая, так что спешите, ее быстро разбирают размеры. Так, следующая покупка в зип-пакете. Это мужское термобелье в темно-сером цвете взяла для мужа. Приходит с бирками. Термобелье мужское серое, размер М. Состав хлопок 100%. Производитель Узбекистан. Кто не знает отличия в термобелье, где хлопок, где синтетик, обязательно почитайте в интернете. То есть я сейчас начну объяснять, видео затянется. Данный комплект состоит из верха с длинным рукавом и из штанов длинных на резинке. Мужу по размеру подошел комплект отлично. Качество очень хорошее, премиальное. Пошив, строчки, все ровненько. Манжеты здесь на резинках. Крой анатомический, ткань мягкая, очень мягкая, она приятная на ощупь. Тянется немного и самое главное, что она не колется. Кстати, идеальный подарок может стать вашему мужчине, мужу. Верх он удлиненный, нигде ничего вылезать не будет. А брюки, они на широкой эластичной резинке. Кстати, не тугая, хорошо тянется. Это термобелье, оно подойдет на температурный режим от плюс 5 до минус 20. У кого мужчины также увлекаются, как у меня, там рыбалкой, да, советую присмотреться. Кто катается на лыжах, там любит зимние виды спорта, охота, рыбалка, активный образ жизни ведет, термобелье точно необходимо. По ссылке вы найдете 3 цвета и также большой размерный ряд. Есть размеры плюс сайз. Муж остался доволен, самое главное, покупка приходит в зип-пакете. Это я уже заказала на Озоне. Вот такая вот сумка. Забыла, как называются эти сумки. Они вот на одно плечо. Можно поменять налево, направо. Классная сумка. Очень хорошее качество. Ткани плотные. Смотрится она достаточно стильно. Мальчишкам, подросткам, мужчинам подойдет. В принципе, девчонкам тоже. Здесь, что в этой сумке интересно, что здесь есть вход USB. То есть вы кладете туда телефон, пауэрбанк и можете сразу заряжать. Здесь в комплекте еще идет провод. Несмотря на свой небольшой размер, сумка достаточно вместительная. И что понравилось, здесь очень много разных карманов. Ткань, из которой выполнена ткань Oxford, она достаточно плотная, она водонепроницаемая. Молнии все работают хорошо, ничего не заедает. Карабин сверху закрывает основной отдел сумки, так что никто туда не залезет, в эту сумку. Ремень сам он регулируется по длине и можно переместить с помощью карабина этот ремень налево либо направо, кто на каком плече, да, больше любит носить. Есть на рюкзаке такое резиновое кольцо, через которое мы можем пропустить наушники и слушать музыку. Отличный небольшой вариант для повседневной жизни. Много карманов разных можно разложить, плюс сразу зарядить что-то. По ссылке есть 3 цвета. У меня светло-серый, также там есть более темные варианты. Кстати, она легкая, не тяжелая. Следующая моя покупка мужская. Приходит в пакете. Вот такая вот мужская куртка. Муж ее уже примерил. Ему очень она понравилась. Он остался доволен. И по размеру она ему подошла хорошо. Приходит куртка с бирками. Куртка мужская, цвет белый, размер 50. Все параметры мужа также укажу в описании под видео. На его параметр смело берите этот размер. Страна производства Россия. Это вариант куртки тоже демисезонная, она такая утепленная. Это удлиненный вариант куртки. Данная куртка идет с капюшоном. И что классно, что у меня муж очень любит, да, это то, что здесь отстегивается данный капюшон. Он идет на молнии. По бокам регулировка
капюшона на резинках. И также капюшон этот имеет липучки. Он по бокам пристегивается. Рост мужа 181 сантиметров. По росту рукава ему не короткий. Манжеты здесь на резинке идут. Застегивается по всей длине на молнии. Молния хорошо работает, ничего не заедает. И на груди с одной стороны также имеется карман. По бокам также имеются карманы. Также на молнии все застегивается. Она легкая, кстати, эта курточка. Мне кажется, она подойдет и на зиму. Она такая достаточно теплая. Материал верха ветрозащитный. Утеплитель в данной куртке холофайбер. И она подойдет на температурный режим от плюс 10 до минус 10. Качество пошива мне понравилось. Все здесь выполнено аккуратно и ровно. Ничего, никаких дефектов в данной куртке не было. На выбор она идет только в этом цвете. И большой размерный ряд от 46 по 56. Отличный мужской вариант. Так, следующее давайте посмотрим бижутерию. Приходит в коробочке. Кто меня смотрит, знает, я очень люблю разные украшения, постоянно что-то меняю, сережечки, какие-то кулончики. Внутри это серьги, они, как видите, в пупырке, также лежат в фирменном пакете. Такие вот серьги в золотом цвете. А несмотря на то, что они вроде бы массивные, но они достаточно легкие. Классно смотрятся, люблю такой стиль, такой дизайн сережек. А это серьги-гвоздики, они приходят в комплекте с заглушками. Выполнены они из бижутерного сплава, он гипоаллергенный. И они очень легкие, ухо не оттягивают, комфортно ходить. У меня аллергии, кстати, никакой не вызвали данные сережки. Они крупные такие, объемные, никаких дефектов, царапин не было. У меня вариант позолоченный, также по ссылке есть и в серебре. В магазине, кстати, как дополнение есть к этим сережкам кулон. В общем, заходите, смотрите, цена на них невысокая, смотрится красиво. Кто любит такие крупные объемные серьги, я думаю, вам они понравятся. Так, следующая моя покупка — это платье. Такое вот красивое синее платье, типа вельветовое. Брала специально для себя, для беременности. Здесь такой фасон, что мне отлично он подошел. И ничего не сковывает. И даже, можно сказать, даже животик скрывает, прячет немного. Приходит платье с бирками. Цвет синий, размер 46. Производство Россия. Состав хлопок 60%, полиэстер 40%. Ткань, кстати, очень мягкая, приятная на ощупь. На мои параметры платье село отлично. Даже влезут параметры и побольше. Здесь такой фасон, как я сказала, свободный, расклешенный. В нем чувствуешь себя комфортно. Ткань плотная, мягкая, приятная. Оно совсем немного тянется. За счет того, что здесь ткань такая плотная, это отличный вариант на осень. Ткань напоминает вельвет. Очень красивая. Рукава на мороз хорошей длины. Здесь на манжетах небольшая тоненькая резиночка. V-образный вырез. Благодаря своему расклешенному фасону подойдет абсолютно любому типу фигуры. Рукав здесь 3/4. Ровные строчки, ниток не торчало. Всем я осталась довольна. Красивое платье синее, люблю этот цвет. На выбор по ссылке вы можете найти 3 цвета. Синий, как у меня, также есть бежевый. И большой размерный ряд от 42 по 52. То есть такой достаточно есть размер большой, плюс сайз. Так что у кого большие размеры, да, например, бедра широкие, этот отличный вариант вам подойдет. Здесь такой фасон расклешенный, вы могли видеть меня, да, что он даже как бы прячет животик, и не видно, что я беременна. Я очень довольна, красивая, качественная платьица на осень. Еще моя покупка — это сыворотка для роста ресниц и бровей. Приходит в фирменной коробке. Она помимо этой коробочки была еще запечатана, еще много пупырки было, я все это вскрыла. Пришла сыворотка целая, без каких-то потеков. И в комплекте здесь идет инструкция по применению, сама сыворотка, щеточка и плюс здесь линейка, где мы отмеряем рост ресничек. Как здесь написано, используйте эту линейку для фото до и после. Отмечаем, насколько у нас реснички выросли. А такой неярко выраженный, слабый, приятный. Эта сыворотка имеет 100% натуральный состав. Удобный стеклянный флакончик с пипеткой, дозатором. Благодаря чему удобно и гигиенично в использовании. То есть вы руками ничего не трогаете. И за счет этого, так как сыворотка сохраняет все свои полезные компоненты долгое время. Объем большой, 20 мл. Поэтому хватит для ресниц, бровей, даже для волос. Что мужчины могут использовать данную сыворотку для роста бороды.
В общем, знаете, такая крутая универсальная вещь для всей семьи. Расход экономичный, нужно где-то 1-2 капелька нанести на щеточку, чтобы хватило и для бровей, и для ресниц. После применения сыворотки реснички более плотные, они напитаны витаминами, аминокислотами. И начинают отрастать новые волоски на ресничках и на бровях, в тех местах, в которых уже их и не было. Знаете, такой мощный активатор роста для бровей, ресниц, для волос, для бороды, да, мужской. За счет того, что здесь натуральный состав, подойдет абсолютно для любого возраста. В общем, кто хочет длинные густые реснички, бровки, присмотритесь. Отзывы на нее очень хорошие, на данную сыворотку. Так, следующая моя покупка приходит в зип-пакете. Это джинсы для беременных. Знаете, вот такого плана джинс для беременных, это самая удобная вещь, это самое удобное, что придумали для беременных, так как настолько иногда хочется, да, надеть джинсы, но за счет того, что они плотные, да, с высокой посадкой, не застегнуть их за счет живота, так как мне еще ходить 2 месяца. Приобрела себе на осень такого плана джинсы для беременных. Приходят они с бирками. На свои параметры я взяла размер L, это 38. По размеру я их уже примерила, мне подошли отлично, так что если у вас такие же параметры, берите смело L-ку. Это производство Турция, очень классная джинса, она плотная, она немного тянется. Состав 98% хлопок, 2% лайкра. Здесь регулируется пояс, поэтому подойдут такие джинсы на весь срок беременности, так что вы можете регулировать, уменьшить, увеличить пояс. Вставка эта сверху, она эластичная, хорошо тянется, плотная. И когда надеваешь, на живот абсолютно ничего не давит. Очень комфортно сидят. Деним плотный. Цвет красивый, мне понравился, синий. Здесь нету пуговиц, молний, да, спереди, как в привычных джинсах. По бокам имеются карманы, сзади также имеются карманы. На мороз сели хорошо. Снизу они идут зауженные. Цена на них невысокая, на данный джинс. У нас в магазинах именно такого плана джинсы, они стоят в 2 раза дороже. Так что присмотритесь, джинсы супер. Турецкое качество, пошив хороший, ничего нигде не торчало, я ими очень осталась довольна. На выбор они в 2 цветах, синий, как у меня, и также есть черный. И большой размерный ряд, от 44 размера по 50. Подойдут на весь срок беременности, джинсы супер. Следующая моя покупка приходит в зип-пакете. И это вот такая вот жилетка утепленная. Очень классный вариант жилетки. Мне она очень понравилась. Я ее уже примерила. На живот мне села замечательно. Так что буду носить ее и беременной, и после беременности. Подойдет отлично. Приходит жилетка с бирками. На свои параметры я взяла размер 48. Состав полиэфирное волокно 100%. Здесь высокий ворот, так что он защитит вас от ветра. Жилетка эта стеганая. Причем стегана такими интересными рисунком. Имеются карманы. Они достаточно вместительные, такие глубокие, и они украшены здесь таким вот типа веревочками, как они как бы затягиваются, но это идет как больше декор, смотрится интересно. Застегивается по всей длине на молнию, молния пластика, плюс поверх имеются, застегивается на кнопки, так что задувать точно нигде ничего не будет. Фурнитура вся качественная, хорошая. Если вы искали стильную, теплую жилетку, то это отличный вариант для вас, так как она и стильно смотрится, и она теплая. Мне очень понравилось, как она на мне смотрится. В ней удобно, тепло, комфортно. На выбор она идет только в черном цвете по ссылке. Но смотрится она классно. Идет в черном цвете по ссылке, но большой размерный ряд у нее. От 42 размера по 50. Так что есть ибо размер большой, плюс сайз. Я очень ей довольна, смотрится она классно. И качество хорошее. Следующая моя покупка, это для новорожденных. Приходит в картонной коробке. И внутри вот в такой вот подарочной коробке красиво упакован. Это комфортер. Сейчас вам объясню и покажу, что это такое. Очень милая игрушка. В общем, готовлюсь к рождению. Можно взять в подарок, потому что упаковка, посмотрите, какая замечательная. Так что не знаете, что подарить, у кого скоро будет пополнение, да?
отличный вариант. Я уверена, что кому вы подарите, останутся довольны, потому что это очень необычная вещь, очень необычная игрушка. Как видите, мне коробочка вся пришла целая, без каких-либо вмять. Здесь идет в комплекте вот такая вот игрушка, и здесь мне в подарочек положили еще. Я читала, да, там на страничке продавца было написано, что идет в комплекте подарок. И открыточка, очень приятно. И вот такая вот прелесть, вот такая вот игрушка комфорте. Очень мягкая ткань, приятная на ощупь, очень прям приятная. Такой вот милый зайка в белом цвете. Как эту игрушку называют? Игрушка комфортер. Она необходима для, так скажем, для сна, чтобы успокоить малыша, помочь уснуть, так как эта игрушка будет пахнуть мамой. Это, знаете, это, как можно сказать, не просто игрушка, да, для засыпания, а это как настоящий друг для малыша будет. Игрушка выполнена из приятной на ощупь ткани, она очень мягкая. Ткань гипоаллергенная, она не раздражает нежную кожу малыша. На выбор она есть в нескольких расцветках. Данный вариант подойдет и мальчикам, и девочкам. Советую присмотреться. Упаковка шикарная, сама игрушка классная. Из очень приятных натуральных материалов. Я думаю, малышу понравится точно. Так, следующая моя покупочка — это средство для уборки. Сегодня я познакомлю вас с новым брендом. Называется Джунда. Заказала я 5 средств у них. Сейчас о каждом вкратце расскажу, протестирую, покажу вам. Так как я сейчас в положении, я не люблю химию, которая пахнет прям, знаете, прям химией, химозным запахом. Так вот, данные средства абсолютно не имеют запаха химозного. Для меня это очень важно при уборке квартиры. Данный бренд, он состоит из линейки чистящих, моющих средств, в состав которых входит гиалуроновая кислота, эфирные масла и компоненты, которые используются в премиальной уходовой косметике. То есть, представляете, да, то здесь в данной химии у нас состав, в которую косметику, да, входит. То есть поэтому эта химия не будет раздражать, не будет руки, можно в принципе пользоваться без перчаток, не будет шелушения, никакого раздражения. Джунда вообще в переводе с японского это переводится как чистота. Кстати, так как эти средства, они концентрированы, их хватит надолго, расход здесь минимальный. Давайте начнем со средства для чистки сантехники. Приходит в таком флаконе, здесь имеется вся необходимая информация на русском языке, объем 500 мл. Подходит для эмалированной, фарфоровой сантехники, хромированных смесителей и для изделий из нержавеющей стали. Также можно использовать на плитке, межплиточных швах, отмывать их. Подходит также для мытья швых кабин, ванночек детских, горшков, в общем, и абсолютно других гигиенических принадлежностей. Данный спрей, он эффективно справляется с известковым налетом, ржавчины, плесенью, грибками и также удаляет неприятные запахи. Ну и, конечно же, придает блеск. Аромат, кстати, приятный. Аромат баблгам. Очень мне понравился. То есть не химозный, а приятный. Девчонки, ну я в шоке с этих средств. Очередное средство, которое просто вот я бы пшикала. Просто протерла тряпкой и нету ничего. Никакой грязи. Также с душевой лейкой. Смотрите. Смотрите, я просто провожу губкой. И весь налет, он весь уходит. Протерла тряпочкой. Посмотрите, сейчас водой сполосну прям. Она идеально чистая. Никакого здесь такого налета. Очередное средство шикарнейшее. Девчонки, рекомендую. Так, следующее, это универсальный спрей, жироудалитель. Брала для своей варочной поверхности и для духовки. Также формат спрея очень удобен в использовании. Дата с производства, на русском языке здесь информация. Объем 500 мл. Для удаления застарелого жира, нагара, копоти и пригоревшей пищи. Он подходит, этот жироудалитель, для того, чтобы мыть плиты кухонные, духовые шкафы, может, у кого есть грили. Также для микроволновок подойдет, вытяжек, кастрюль и также для сковородок. Это средство подходит абсолютно для всех типов плит, индукционных, стеклокерамических, газовых, электрических. И лично я мою, да, свою варочную поверхность, хорошо отмывает, справляется с жиром и не оставляет никаких разводов. Также приятный аромат, не химозный, раздражения никакого у меня не вызвал данный спрей. Девчонки, я даже вообще не тру. Я попшикала, подождала 5-10 минут и просто протираю тряпкой. Плохо, к сожалению, видно. Я даже не тру. Все капли жира, все отошло.
все моментально. Средство супер, рекомендую. Так, следующее средство, это средство для чистки сантехники, 500 мл объем. Он подходит для смесителей, для ванн, раковин, плитки и других поверхностей ванной комнаты. Действует быстро, всего же где-то попрыскали, подождали секунд 30, минуту и все. После этого просто можно смыть водой, либо если это сильно загрязнено, загрязнение потереть немного. Да? Аромат очень приятный, у них химозный, аромат вишни, аромат черешни. И забыла сказать, что во всех средствах здесь удобный триггер с двумя режимами распыления идет. Пена и распыление. Очень хорошо отмывает, очень хорошо все чистит. Хорошее средство, хорошо справляется с налетом разным. Советую присмотреться. Очень много положительных отзывов есть. Зайдите, почитайте. Девчонки, опять средство супер. Я попшикала, прошло где-то минуты две, и она просто даже не, я еще не терла. Я уже вижу, что вся грязь отходит сама. То есть, в принципе, берем тряпочку, просто протираем. И все, грязи нет абсолютно. Очень классное средство тоже. Все отмывает моментом. Тереть ничего не надо. Сковый налет, все, даже застаревшие пятна вот у меня тут были. Все отошло абсолютно. К сожалению, на видео это прям не передать. Но вот здесь мне вот тут вот было все в известковом налете. Все отошло моментом. Буквально 5 минут. И знаете, что еще нравится? То, что нету химозного запаха. Запах прям вишни, черешни стоит. Очень приятный. Вот эта вот кнопка, она постоянно в известковом налете. Просто попшикала, я даже не тру. Оп, протерла, все. Она сверкает. Девчонки, это средство рекомендую. Супер. Так, следующее средство, это средство от плесени в ванной, ну, больше брала для ванной комнаты. Формат тоже 500 мл, удобное использование спрей. Данное средство удаляет плесень, грибок, разный черный налет. Помимо того, что удаляет, он предотвращает их появление в будущем. Подходит абсолютно для любых поверхностей. Можно бороться с плесенью не только в ванных комнатах, также, например, если в оконных рамах у вас имеются, да, например, если у вас появились где-то на деревянных поверхностях, справляется с плесенью хорошо. Надо нанести средство на загрязненную поверхность, подождать какое-то время, 10-15 минут, и протереть влажной тряпочкой, смыть водой. Все. Но если, например, у вас очень сильное загрязнение, то вы можете повторить действие. Я еще, знаете, где использую это средство? В своей стиральной машинке. Особенно под резинкой бывает, либо в лоточке, где стиральный порошок. Вот для этих целей. Также много положительных отзывов, зайдите почитайте. С плесенью данное средство борется хорошо. И еще одно, что я заказала, это соль для посудомоечной машины. Также приходит с подарочком в виде кондиционера ко всем абсолютно средствам, как пришел подарок кондиционер. Соль для посудомоечной машины в такой большой объем. Здесь у нас сейчас скажу сколько. 3 килограмма. Предназначена для того, чтобы смягчать воду и, конечно же, для защиты деталей посудомоечной машины. В этой соли такие, знаете, крупные твердые кристаллы. И также эта соль обладает антикоррозийным эффектом. Подходит абсолютно для любых типов посудомоечных машин. И эта соль, как указано в карточке продавца, она ионизированная серебром. Не содержит в своем составе никаких примесей, консервантов, красителей. В общем, абсолютно безопасно. В общем, отличная соль для посудомоек. Хороший объем, 3 килограмма за эту цену. Такой объем супер, так что советую, у кого есть посудомоечная машина, присмотреться. Девчонки, очень классные средства, прям отмывают шикарно, я честно не ожидала такого эффекта, просто буквально попшикали, несколько секунд и все вытирается. То есть не надо тереть ничего, и аромат приятный, нету химозного аромата. Это, наверное, одни из лучших средств, которые я заказывала. Буду заказывать их повторно однозначно. Так, следующая моя покупка приходит в зипакете. Это брюки Cargo. Тренд сезона, прям очень большой тренд. В них очень удобно в данных брюках. Приходит с бирками, здесь мне положили в резиночку в подарок. Брюки карго, цвет серый, размер М, он идет на 44-46. Состав 90% хлопок, 10% полиэстер. Производство, страна-производитель Россия. Классный карго, стильный, качество мне понравилось, ткани и сам фасон, сам дизайн этих брючек мне понравился.
понравился. Они такие широкие брюки, идут на эластичной резинке сверху. Помимо этого здесь есть шнурки. По бокам карманы сверху и по бокам еще накладные карманы. Они имеют свободный крой, за счет этого очень удобно, у них комфортно во время носки. Посадка высокая, материал плотный, трикотажный, он не просвечивает. И за счет того, что здесь манжеты имеют регулировку, их можно носить по-разному. Можно либо спортивный стиль примерить, либо более женственный. И так смотрится красиво. На мой рост 168 сантиметров, брюки отличной длины подойдут, они и девушкам повыше. Качество отличное, все ровно, аккуратно. Мне все понравилось. И ткань мне нравится, что она плотная, и хлопок это. Классные брюки. Девчонки, присмотритесь. В них очень удобно такого плана, комфортно ходить. На выбор по ссылке вы найдете 8 цветов. Есть там большое разнообразие, считаю. Данные брюки идут в двух размерах. S, S и M. S-ка идет на 40-42, M-ка 44-46. Следующая покупка в зип-пакете. Это черная водолазка. Это просто базовая вещь, которая необходима в каждом гардеробе. Приходит с бирками. Водолазка черная. Я взяла на свои параметры размер 48-52. Состав хлопок 70%, кашемир 10%, эластан 20%. Сделано в России. Очень мягкая, невероятно мягкая, приятная на ощупь. И она тянется очень сильно. Я ее примерила, мне подошла отлично. Мне понравилось, как села, мне ничего не сковывает, не давит, в общем, комфортно. На мой рост рукава также хорошей длины, не короткие. Ткань мягкая, приятная, эластичная, она не колется абсолютно, не электризуется. Воротник высокий, он также хорошо мягко садится на горло, обволакивает, так скажем, не давит ничего. Просто водолазка такого плана незаменимая вещь в любом гардеробе, так как можно сочетать с чем угодно. Манжеты здесь выполнены в виде резинки, также низ, ворот также выполнено в виде резиночки. Качество хорошее. Отличная базовая вещь, отличная водолазка. На выбор по ссылке аж 28 цветов. Там, наверное, есть все цвета. Есть очень яркие, красивые такие. Есть вот как у меня базовый, черный, бежевый, серый. В общем, заходите, смотрите. Цена на нее до 1000 рублей невысоко. И большой размерный ряд этих водолазок есть на размеры плюс сайз. Я очень осталась довольна, советую. Так, следующее, давайте еще посмотрим. У меня тут бижутерия, приходит в коробочке. Открываем, внутри все хорошо запечатано. Здесь у нас пупырка, также фирменный пакетик. И вот такое вот красивое ожерелье я себе заказала, жемчужное. Заказала специально, чтобы надеть на 1 сентября на линейку к ребенку. Видео у меня выйдет чуть позже, но я получила его до 1 сентября. Как раз надену на линейку. Очень красивое, нежное, элегантное такое. Вот. Смотрится очень утонченно, очень нежно. Из двух нитей жемчуга состоят одни 9 мм, другие 5 мм. И за счет того, что да, здесь размер разный, разные данные бусы смотрятся стильно, смотрятся красиво. Прекрасно подойдет под любой образ. Такой, знаете, создаст акцент в зоне декольте. Данное ожерелье подойдет под любой образ. Застегивается на карабин. Также имеется цепочка, которая регулирует длину. Можно сделать подлиннее, можно покороче. Фурнитура в серебряном цвете. Фурнитура вся надежная. Такого плана ожерелья, такого, она создает прям такой, знаете, праздничный, нарядный образ. Мне кажется, что украшения из жемчуга никогда не выйдут из моды, никогда не выйдут из тренда, не всегда будут актуальны. Можно, кстати, это ожерелье носить в двух вариантах. Я смотрела на картинки продавца, да. Просто вот так вот они будут, да, висеть, либо можно закрутить, и будет такой вариант закрученный, тоже смотрится здорово. Следующая покупка приходит в зип-пакете. Это вот такая вот длинная юбка с разрезом. Я ее уже примерила, мне подошла она отлично, ничего не давит на мой животик, села хорошо. За счет того, что здесь ткань эластичная, хорошо тянется. В общем, мне в ней комфортно. Приходит с бирками, на свои параметры взяла размер M,
цвет черный, состав эластан 5%, вискоза 55%, полиэстер 40%. Производство Россия. Это юбка-карандаш, длина здесь миди, ткань плотная, здесь плотный эластичный трикотаж. И знаете, здесь такая ткань, это делает такой эффект утяжки, утягивающий эффект. Так что если у вас в офисе дресс-код на работе, да, ходите, строгий стиль у вас, присмотритесь, эта юбка вам подойдет за счет своего кроя, фасона, и плюс она вас будет стройнить. Посадка у данной юбки завышенная, здесь с одной стороны имеется разрез. Пошив хороший, все строчки ровные, аккуратные, нигде ничего не торчит. И длина отличная. На выбор она идет по ссылке только в одном цвете, в черном. И размерный ряд от 44 по 52. Качество замечательное, я осталась довольна. Следующая моя покупка приходит в зипакете. Платье, оно достаточно длинное, даже оно не влезает мне. Обязательно сейчас примерю. Классно село также на мой животик, на меня беременный, так что кто беременный, присмотритесь. Приходит платье с бирками. Платье женское, цвет черный горошек, размер 48. Состав 70% полиэстер, 30% вискоза. Производство Россия. И сейчас поношу беременной, и потом после беременности за счет своего фасона. Это платье шифоновое, такой, знаете, типа шифоновая ткань, такая струящаяся, легкая, приятная. В комплекте платье идет пояс из того же материала, что и само платье. Ну, в принципе, можно одеть и свой. Например, на страничке продавца девушка с другим поясом под кожу. Тоже смотрится красиво. Рукав на мороз хорошей длины. Здесь манжеты на пуговицу застегиваются. Воротник завязывается на ленты. Воротник здесь высокий. И на талии есть тоненькая резиночка. Пошив хороший. Все строчки ровные, аккуратные, нигде ничего не торчало. По ссылке на выбор 6 цветов, есть более светлый, бежевенький, там с белым. Заходите, в общем, смотрите, я уже не помню точно. И большой размерный ряд от 42 по 56, так что есть размеры плюс сайз. Так, следующее, что с вами посмотрим, это детская игра, приходит в коробке. Тут, конечно же, не очень понятно на видео, но я обязательно, как обычно, все вставлю, сейчас отсниму, чтобы вы могли представить, что это за игра. Очень интересная, это не просто игра, это развивающая игра, так скажем, здесь надо думать. Обожаю такие игры. Никита, Саша меня тоже очень любит, особенно Никита. Вот такое вот поле есть здесь в комплекте. У нас идет инструкция, запасные детальки и шарики. В данной игре идет 60 заданий. Здесь цель данной игры — это что нам надо построить трассу так, чтобы каждый шарик закатился в лунку соответствующего цвета. Здесь также в комплекте идут наклеечки, которые мы наклеим потом и будем закатывать их в эти ячейки. Мы выбираем любое задание и помещаем шарики в соответствующего цвета на их стартовые позиции, как указано в задании. Расставляем в указанные места на поле части трека. И теперь нам надо достроить трассу так, чтобы шарики закатились в лунки соответствующего цвета. После того, как мы построили, мы должны подтолкнуть шарики для прохождения маршрута и проверить, достигли ли они свои финишные позиции. Здесь, кстати, в этой игре есть 3 уровня сложности, так что подойдет как маленьким, так и более постарше деткам. Недорогая, кстати, можно взять в подарок вам как идея. Мои мальчишки оценили, им понравилось. Ссылки найдете немного другую игру, тоже развивашка, но чуть-чуть другого формата. Так, следующая покупка здесь огромная, приходит в зип-пакете. Мужская куртка. Классная куртка, качество, сразу скажу, отличное. Приходит с бирками. Куртка мужская, цвет черный. Производство Россия, размер взяли 3XL. Это также демисезонная куртка, но она здесь уже имеет подклад в виде искусственного меха. И утеплитель в данной куртке холофайбер. Она имеет капюшон. Капюшон также здесь отстегивается, что очень удобно. Также он регулируется, имеются по бокам резинки. И застегивается капюшон на липучку. Застегивается по всей длине на молнию. Собачка работает хорошо. И здесь есть много разных карманов. По бокам на молнии карманы, на груди имеется небольшой карманчик. Рукава, манжеты, они идут и на резинке, и на липучке. Так что можно затянуть под себя, настроить. Данная куртка, как указано у продавца, идет до минус 20.
Ткань плотная, хорошего качества. Снизу имеется кулиска, также можно здесь настроить под себя. И здесь два кармана есть внутренних. Пошив хороший, все ровный, все строчки ровные, аккуратные. Никаких дефектов не было. На выбор она идет только в этом цвете. Представлена тут черно-серая, да, такая. А размеры на выбор от 48 по 54. На параметры мужа берите размер 52. Так, следующая моя покупка для дома, это покупала мама, поэтому не могу показать туда в руках. Все сняла и вам сейчас вставлю видео. Это мама заказала себе 3D-часы. Очень классно смотрятся, мы с ней наклеили. Данные часы, они приходят в фирменной коробке, в комплекте есть все необходимые детали 3D. Также в комплекте идет подложка и сам механизм со стрелками. Мне кажется, такие часы подойдут абсолютно под любой интерьер, смотрятся они, конечно, классно, стильно. Этих часов регулируемый диаметр, вы можете их сделать как 60, 70, 80, так до 130 сантиметров. Мама примерно сделала себе нужный, да, диаметр, я уже не помню какой, и мы все это с ней вместе установили. Отмечаем по шаблону карандашом аккуратненько, потом берем цифры зеркальные, приклеиваем на подложку и затем приклеиваем, мы затем приклеиваем на стенку все эти цифры, и после этого снимаем защитную пленку, сразу они так зеркально смотрятся красиво, и после этого устанавливаем сам механизм и настраиваем часы. Вот и все, то есть ничего сложного нету. За счет того, что они на подложке, эти циферки, смотрятся они объемно, смотрятся как эффект 3D и смотрят, конечно, классно. Они бесшумные, то есть абсолютно вообще не слышно звук тиканья, может для кого-то это очень важно, то есть их вообще не слышно. Смотрятся стильно, красиво. На выбор по ссылке есть как у нас вариант, как у мамы в серебре, а также на выбор есть часы с светоотражающими цифрами, то есть они будут накапливать энергию и ночью светиться. Тут цена на них невысокая, смотрится в интерьере, конечно, круто и красиво. Так, следующее, что посмотрим, товар для дома, это органайзер, так, приходит в коробочке, и вот такой вот милый органайзер. Это органайзер, как видите, я уже тут сразу положила ватные палочки, но его можно использовать и как для ватных палочек, и также для зубочисток. А здесь на этом органайзере имеется наклейка, ее можно отклеить. Выполнена из акрилового пластика. Здесь имеется крышка и сам стаканчик на подставке. А на крышке контейнера сидит милый мишка в серебряном цвете, за которого мы и поднимаем эту самую крышку. В принципе, этот органайзер можно использовать не только для ватных палочек, зубочисток. В принципе, можно сюда какие-то заколочки маленькие складывать. Например, невидимочки какие-нибудь. Тоже почему бы и нет. На выбор данный органайзер идет в двух цветах. В черном, как у меня, и также в сером, в серебряном таком. Подойдет под любой интерьер, смотрится красиво. Можно, в принципе, взять и в подарок. Органайзер недорогой. Следующая покупочка – это костюм. Он состоит из кофты и из длинных брюк на широкоэластичной резинке. На свои параметры я взяла размер 50-52. Читала отзывы, много там очень отзывов, и по отзывам решила выбрать себе побольше размер, чтобы был свободный, особенно сейчас, когда я в положении. Очень мягкая, приятная ткань на ощупь. Обожаю такую ткань. Я уже себе заказывала такой костюм давно в другом цвете. Не снимаю просто. Вот мне ткань эта прям очень нравится. Он представлен как домашний костюм. Но многие в отзывах пишут, я читала, что носят и его и на улицу, и на выход куда-то, потому что он выглядит нормально, то есть не только для домашнего использования. На мои параметры костюм сел отлично, сел свободно, да, несмотря на мои, на мое положение. Так что, девчонки беременные, присмотритесь, вам костюм очень удобный и комфортный. Состав 65% хлопок, 30% полиэстер, 5% эластан. Кофта застегивается на пуговицы по всей длине. Рукав на мой рост хорошей длины, не короткий. Здесь V-образный вырез. В принципе, эту кофту можно носить и расстегнув, например, надеть какой-то топ, будет смотреться красиво. И брюки, они идут на
широкой эластичной резинки. Здесь по бокам карманы. И эти брюки такого широкого, свободного фасона, расклешенного. В принципе, этот костюм можно носить и раздельно. Сочетать, например, брюки с какой-нибудь футболкой, а рубашку, например, с джинсами. К пошиву никаких претензий нет. Все аккуратно и ровно. Хороший костюм. Мне он очень понравился. Я чувствую, его сейчас снимать не буду, потому что в моем положении такого плана костюм очень удобен. Он свободный, комфортный. Можно и дома носить, и на выход. Большинство, конечно, там читало, носит данный костюм на выход. Представлен костюм в 4 цветах. Есть такие, там есть более такие яркие, голубые оттенки красивые. И размеры на выбор от 42 по 56. В общем, хороший костюм, присмотритесь. Я осталась им очень довольна. Так, следующая покупка приходит в зип-пакете. Угадайте, что это такое в сумочке. Это рюкзак. Видите, как он упакован, интересно. Приходит с бирочками. Открываем, здесь молния. Данную сумочку выворачиваем, и у нас получается полноценный большой рюкзак. Очень удобно, что он так сворачивается компактно. Можно брать с собой куда-то, там, не знаю, поездки, вручную кладь, да, когда раз что-то там накупили и нужно сложить куда-то, оп, достали, у вас уже большой вместительный рюкзак. Он имеет лямки, как все рюкзаки, регулируется по длине, здесь вставки есть светоотражающие, также есть ручка, чтобы брать в руку. Он тоненький такой, легкий, но очень вместительный. Здесь по бокам 2 кармана и сетки. И помимо этого всего, здесь 2 основных отдела, которые застегиваются на молнию. А вмещает он в себя до 25 литров. Материал, из которого выполнен рюкзак, материал называется Оксфорд. С водоотталкивающей пропиткой, то есть ничего не промокнет, если даже будет дождь. Здесь на рюкзаке также имеется такая вот резиновая штучка, в которую можно вставить наушники и слушать музыку. В общем, такой вот рюкзак, сумка. Не нужен, сложили, не занимает много места. Раз понадобился, разложили. Очень, мне кажется, удобно. У меня в цвете в таком зеленом, а на выбор по ссылке есть еще в синем и в черном цвете. И последняя моя покупочка на сегодня — это подушка для беременных. Вот такая вот большая. Что-то я забыла вам про нее рассказать, показать. Заказывала это я уже давно, я уже сплю на ней практически всю свою беременность. Буду поделиться своими впечатлениями. Достаточно большая. Такая вот у меня в звездочку. Брала по очень смешной цене, то ли 1000, то ли 1100 рублей, как-то так. Но минус в ней в том, что она, да, плохо набита. Но я это читала в отзывах. Там в отзывах девочки писали, что приходит плохо набита. Но за эту цену, думаю, пусть будет, чем брать за 5000, за, да, думаю, мне нормально. Так вот, мне спать на ней вполне нормально. Я довольна. Я уже чехол этот стирала несколько раз. Он идет, чехол на молнии. Расстегнули, постирали, надели назад. Очень удобно. На выбор огромнейшее количество было цветов разных. Зайдите, посмотрите. Ну вот и все. Наша очередная огромная распаковка подошла к концу. Много всего опять вам показала сегодня разнообразного, интересного. Надеюсь, вам видео понравилось. И вы меня поддержите лайком. Мне будет очень приятно. Все ссылки найдете в описании под видео, в первом закрепленном комментарии и в моем телеграм-канале. Если остались вопросы, пишите, задавайте. Я всем всегда отвечаю, читаю абсолютно все комментарии. Так что пишите, не забывайте. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваши теплые слова. Мне так приятно читать такие комментарии, особенно в нынешнем моем положении. Спасибо вам большое, мне очень-очень приятно. Вы мне поднимаете настроение. Ну а если до сих пор не подписаны, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередную распаковочку. Следующее видео уже совсем скоро. Заказала опять много очень интересных товаров. И для дома, и для детей, и одежды. Так что подписывайтесь и не пропускайте. Ну а я буду с вами прощаться. Я вам желаю хорошего дня, отличного настроения, да, несмотря на то, что наступила осень, это пасмурное время года. Больше положительных эмоций. Берегите себя и ваших близких. Всем пока-пока, до новых встреч.